Всем привет, с вами Эдгар. И сейчас будет распаковочка посылки с Китая. Я ее ждал. Быстро, кстати, пришла. Это батарейки. Стоят они недорого. Ссылочку я кину вам в описании этого ролика. Так как у меня iMac, и у Mac моего клавиатура беспроводная, тут у меня идет 4 батарейки аккумулятора, и здесь у меня 2 аккумулятора. Покупал я здесь у себя в городе Уфа вот такие вот аккумуляторы. Тут идет 2500, так, сейчас, GP, вроде фирма GP называется. Пользуюсь уже больше года этими батарейками. Вот 250, вот тут можете сами посмотреть. 1,2 вольт, 2450 миллиампер. В общем, 2500. А здесь я заказал с Китая на 3600. Так вот, больше года пользуюсь. В общем, доволен очень этими аккумуляторами. Если работать постоянно и бесперерывно, то их хватает на несколько дней на мышке. А здесь, наверное, дня 4-5 на, получается, клавиатуре. Но вначале хватало намного дольше. Ну, естественно, аккумуляторы, они убиваются. У них есть свое время работы. Так вот, я тут решил заказать заранее на 3600 той же фирмы. Здесь получается вот 3500 миллиампер. Так что будем пробовать смотреть, как работают эти батарейки. Я покупал вот такое вот зарядное устройство вместе с этими же батарейками в комплекте и отдал за это дело что-то штука, что ли, или больше 1000 даже. А вот это две упаковки, если не ошибаюсь, 400 рублей получается, тут 8 штук аж. Вам же советую тоже покупать эту фирму, хватает надолго, работает качественно. Это для маководов и для тех, у кого постоянно нужно подзаряжать. Еще прикол в том, что запасные нужны. Когда заканчивается заряд, получается, нужно поставить на зарядку, блин, а в это время невозможно работать. Поэтому всегда на запаску надо. Так что ссылочка в описании. Переходите, покупайте. Все отлично, вот. Отличные батарейки. Будем работать. Я тут распаковал, забыл заснять этот момент. Достал свои, поставил вот эти 3600 на свою мышку. При этом я их не подзаряжал, просто достал из упаковки. Установил. Так, сейчас чуть-чуть свет, яркость убавим. И как вы видите, мышка работает, все отлично. Тут я посмотрел, заряд 34% на данный момент у аккумуляторов. Так что все отлично, работают. Сейчас подзаряжу и буду ими пользоваться.